Победы. То есть основное место у нас здесь Великая Отечественная война. Это фотографии наших погибших и уже, скажите, пожалуйста, а почему село называется Привольное? Невольное, а Привольное? Ага, в музее села Привольное. Вот я это все делано, потому что я пишу об этом. Пожалуйста. История села, пожалуйста, поближе засними, а потом фотографии. Хорошо, это мы разберемся. И вот можете вот... как? Почему именно здесь? А там впереди была Горькая Балка, это она к этому не относится, к селу никак? Горькая Балка, нет. Нет, это там надпись возле дороги была. Mm-mm. При подъезде. Вот как. Знаменитые люди нашего села. Да. Вот это Виктор Николаевич, извините. Значит... Родитые каски. Да. Ну, снимайтесь тихонько. Это вот знаменитые, вот у нас, ну, сейчас, да. Я вам скажу. Ну, конечно, самый знаменитый. Вот, самый знаменитый у нас, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев. Значит, у нас свой вице-адмирал. Вот. У нас свой писатель, который родился в нашем селе, Аксенов Иван Михайлович. Понятно. Вот он подарил нам их, его книги. Угу. То есть это здесь книги, и он на библиотеку подарил. Вот. Что еще? Мачкин Василий Иванович знаменит, он сейчас депутат у нас. Это тоже героический труд. Вот. Вот. Значит, у нас, я вам дам две строчки, это, наверное, сейчас, секундочку. А в войну-то село не попадало под оккупацию? Я вам подарю, читайте. Да вы что? Это самое. То есть это немножечко мы проводим. Вот чем знаменита эта комната, мы здесь проводим историко-патриотические уроки для школьников. То есть подходит оккупация села Привольного, которая началась 2 августа. Мы здесь в августе собираем детей и, значит, проводим урок. День освобождения. Это, да. Это колхозники. Клуб тут какой лишь. Да. Клубников. Эту войну я колхозники чем. Вот Михаил Сергеевич, сейчас за ними посмотри. Так, что у нас? Это вот он. Это когда глава наш ездил 80-летие праздновать рождение Горбачева. Вот. И Горбачев взял вот такие журнальчики и привез нам, подарил в библиотеку. Вот. Тихонечко, то не упадите. Вот. Вот это, значит, это у нас знаменитые орденоносцы. Это мы хотели сделать, конечно, становление села Привольного по-другому. Мы хотели старое, новое сравнить, но пока все это нас мешает. Ну, объем комнаты еще, может, не позволяет. Нет, не позволяет. Да. Вот, совсем не позволяет. Вот, это ребята, которые погибли в Чечне. Среди них мой сын. А они где погибли? В Чечне, наверное? В Чечне. А кто ваш сын? Лунин Александр Борисович. Это он погиб в Афганистане. А эти трое ребят... Уже здесь. Уже здесь. Вот внучек Артем, это мой сын. Погиб. Погиб. Так, хорошо. К начальнику у нас порой идите, сейчас, чтобы книги ему подарили. Мне очень хочется, чтобы Михаил Сергеевич знал, что, ну, мы есть, у нас особое к нему отношение. Мы... Приезжайте к нам, приезжайте. Вот если бы вы застали главу, конечно бы, он очень-очень много интересного рассказал у нас. Он творческий, он у нас... Вот, так, горит, значит, горит. Мы его не увидим, но он с ним связан, с Горбачевым. Сегодня вы не увидите, потому что... Но если через него мы вам оставим книги, вот такой же экземпляр, он мог бы дать ему, отправить? Ну, я не знаю. А, ну, но мы оставить можем, больше нам никак не... Давайте я проведу в администрацию, и там посмотрим. Хорошо, пойдем.